Короче, слухи, конец карьеры спортсмена, Роман Костомаров столкнулся с жестокой реальностью. Далеко не каждый двукратный чемпион мира сможет справиться с таким испытанием. Когда он понял, что его жизнь больше никогда не будет прежней, его реакция была неожиданно сильной. Медики почти хватались за голову, когда он отреагировал на ампутацию своих конечностей. Хотя его бывший партнер, Татьяна Навка, подписала разрешение на это вмешательство, его психика, очевидно, была не готова. Медсестра, работающая в коммунарке, где сейчас спасают фигуриста, рассказала о жутких подробностях того, что происходило в палате. По ее воспоминаниям, Роман впал в настоящую истерику и отчаяние, рыдал и был в шоке. Он рассказал об этом сотруднице в палате, и все вокруг стали понимать громадную масштабность того, что происходит. Для Романа это был конец спортивной карьеры, которая не смогла справиться с выпавшими на его долю испытаниями.